каким образом женщина может проявить уважение к своему мужчине? Например, она может внимательно и не перебивая выслушивать своего мужчину. Когда мужчина говорит, в себе он уверен, что то, что он говорит, важно. И когда женщина перебивает мужчину, она как бы сообщает ему, что то, что ты говоришь, не важно. И это тут же роняет самооценку мужчины. И вместе с этим падает женственность такой женщины. А когда вы внимательно и не перебивая выслушиваете вашего мужчину, вы постоянно увеличиваете его уверенность в себе. Его самооценка растет. Рядом с вами он чувствует себя умным и мудрым человеком. И поверьте, за этими ощущениями он будет приходить к вам снова и снова, потому что именно вы даете ему почувствовать это. Взращивайте в себе женственность, и вы будете иметь рядом с собой мужественного мужчину.